Спальный район, многоэтажка на третьем этаже, в квартире, ну, домохозяйка готовит еду. Это время звонок в дверь, она идет к двери, спрашивает, кто там? Из-за двери пьяный такой голос, мужик, говорит, вызывали, блин? Говорит, кого? Стекольщика, блин. Вызывал, да, вызывала, проходите. Ну, открывает дверь, входит явно подвыпитый мужик с инструментом. Говорит, где, блин? Говорит, что? Говорит, ну, стеклить, где, блин? А, проходите, это балкон, мы думали застеклить. Ну, проводит его на балкон. Говорит, вы тут оставайтесь, пока замеряйте, работайте. А я, говорит, пошла своими делами заниматься. Ну, ушла на кухню, уже подзабыла за это все. Звонок в дверь. Подходит к двери. Говорит, кто там? Вызывали, блин. Говорит, кого? Говорит, стекольщика, блин. Так уже приходили, говорит, ну упал, блин.